Приветствую вас, друзья, на своем канале Самогонщик Саня. И хочу поделиться с вами своим рецептом для науки. Для этого нам понадобится хрен, цедра лимона, корень имбиря, перец и мед. А также самогон крепостью 45 градусов 3 литра и 3-литровая банка. Для приготовления хреновухи вам понадобится 35 грамм сушеного хрена, 10 грамм имбиря, цедра от пол лимона, 2 столовых ложки меда и 1 жгучий перец. Хрен покупал на рынке у бабушек, сам сушил. Ну и вот такой он у меня. Засыпаем наши ингредиенты в банку. Хрен 35 грамм, корень имбиря 10 грамм, цедру от пол лимона, 1 жгучий перец. Выкладываем 2 столовых ложек меда. Заливаем все это дело 45-градусным самогоном. И закрываем банку крышкой. В моем случае это будет вакуумная крышка. Немного смачиваем горловину банки. Накрываем крышкой и качаем. Взбалтываем баночку, чтобы наш мед немного растворился. Какая красота получается. И убираем в темное место на 3 суток. После чего можете достать, процедить напиток и наслаждаться хреновухой от Сани. Друзья, если вам полезно было это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, пишите комментарии, предлагайте свои рецепты. Может, я как-нибудь сделаю. Ну и, как говорится, поддержите меня, мои начинания в этом деле. Буду вам очень благодарен за поддержку. До скорых встреч и до новых рецептов. Всем пока!